Тренер, ваш комментарий про игру? Ну, комментировать поражение тяжело. В первом тайме плохо играли в атаке, не агрессивно. Во втором тайме поменяли немножко нашу, скажем, игру. Выровняли ее, сделали еще 2-2, имели шанс выйти вперед, но не реализовали пенальти. Так бывает, ничего страшного. Будем готовиться и жить дальше. Какие были самые главные ошибки в первом тайме, что меняли в втором? Плохо играли в атаке, не агрессивно играли в атаке, мало, практически не нанесли ударов по воротам соперника, то есть чересчур не агрессивно играли впереди, а во втором тайме стали лучше играть на атаку, и как следствие 2 забитых мяча, но не хватило нам для победы. И 3 замены так и планировали? Ну, планировать можно все что угодно, игра приносит свои сюрпризы, какие-то свои изменения, поэтому, конечно, кое-что планировали, но после первого тайма, когда 0-2 стал счет, надо было реагировать на эту ситуацию, поэтому сделали такие замены. Все спасибо.